Добрый день. Добрый. Прошу прощения, а вас как зовут? А в какой цели? Да, там у вас мужчина, директор. Я не на директора попал ресторана? Ну, какой вопрос у вас? Меня Владимир зовут. Там мне просто передали контакт руководителя, я не записал. Не помню, то ли Алексей, то ли Андрей. Вот, прошу, вы руководитель, да, наверное? Нет. Ага. У вас-то просто мне нужно фамилия, инициалы директора у вас. А для какой цели? А письмо ему нужно отправить. А, как его зовут? Можете подсказать? Там просто фамилия, инициалы и адрес ваш. А на какую тему письмо-то? Да там, по совместной работе. Ну, на руководителя отправьте тогда. Да, а адрес продиктуйте, пожалуйста. А потом разберемся, директор там будет или менеджер. Ага. А будьте добры, ваш адрес почтовый. Такой грузный мужчина. Как будете отправлять его? По почте? По обычной почте. Да, где вы территориально находитесь? По обычной почте. Вы отправьте по электронке. Ой, да мы по обычно там или лично встречу назначаем. Ну давайте электронку вашу запишу. Давайте пишу. А вы кто такие? Представьтесь, пожалуйста. Меня Владимир зовут. У нас 4 юрлица, там несколько направлений. А вас прошу прощения, если удобно. Ну, еще раз, 4 юрлица, несколько направлений, это и создание сайтов, и подбор персонала, обучение, там, в том числе и сервису, ну, вот такие разные направления. Но мне... Вы-то кого, Владимир, представляете? Какую организацию? Я все 4 представляю, у нас холдинговая структура, несколько компаний. Я замдиректор, занимаюсь переговорами с ресторанным бизнесом. Понятно. А холдинг как у вас называется? А у холдинга нет единого названия, это просто 4 разных подразделения. Вот есть Tom Hunt, есть... там Кировстрой, есть разные организации, бизнес-риэлти, есть сервис-групп. И вы конкретно что предлагаете? Обучение проводить персоналу? Да, а разрешите, можно я по имени к вам буду обращаться? Вот, там вас, ваше имя, разрешите, я узнаю, если это удобно. Я вам расскажу подробнее. Меня зовут Александр. Александр, очень приятно. Александр, ну в данный момент мне моя коллега передала, что у вас сайт, например, можно сделать обновленный. И вот по этому поводу я хотел бы с вами переговорить, сделать или лид-страницу, или очень крутой сайт, или на HTML, или на Java, но это вот все нюансы. Как думаете, насколько это может быть близко, Александр? Ну, скажем так, гипотетически. Ну, тут вопрос цены, как вы будете продвигать. Я не знаю, кто вы такие, как называетесь, мы знаем продвижение. Вы как называетесь? Я тоже не знаю. IT-Galaxy. IT-Galaxy? Главное, какой результат. Не то, что красивый сайт. Мне кажется, это директор все-таки, да? Понимаете. Очень хорошо понимаю, потому что с ресторанной сферой мы уже работаем довольно давно, около 2 лет. Вы работаете? Ну, если перечислять клиентов, то... Колизей еще? Кинотеатр. Ну, например, с кинотеатром Колизей мы создали проект. Если вы заходили на их сайт обновленный, то это наша работа. Еще, говорите. Как? Ключ здоровья еще. Когда? Но это в прошлом году мы запустили. И сейчас он работает уже активно. Ну, кстати, Александр, если позволите, давайте я по электронке вам скину. Вы посмотрите общее портфолио. Я предлагаю электронку, вы знаете, скиньте приложение, мы рассмотрим. А я электронку вашу не знаю. Продиктуйте. Ну, найдете на сайте на нашем. А, на вашем сайте какая? Которая инфо собака? Ну, там есть контакты на любом сайте. Найдите нас, как говорится, не один сайт, но есть со мной. Ага. Александр, я правильно понимаю? Думаю, у вас компьютер на дырок. Что вы, конечно, конечно. Скиньте по электронке приложение. Хорошо. Александр, тогда... Все понятно. Александр, тогда я сегодня отправляюсь, завтра моя коллега вас перенаберет, хорошо? Ну, не вопрос. Спасибо, Александр. Хорошего вам дня. Всего вам доброго. Удачи. До свидания. До свидания, Александр. Вот это оборона, да?